Так, ладно, давайте продолжим. Привет, ребят, всем, кто тут подошел. Так, слушайте, как мы поступим дальше? Будем проходить сюжетку, что мы уже начали за Сакусу? Или, ну, тут еще две открылись? Я думаю, их, наверное, потом. Сначала пройдем то, что открылось. Мне больше всего вот это интересно посмотреть. Ну, это тоже можно. Так, ну ладно, давайте сначала да, пройдем. Окей, восьмая глава. Давайте посмотрим, что у нас тут сегодня. Миса-чан, Каннагава-хай-маде ато 1 шуукан да не. Миса-чан, еще одна неделя осталась до Кубка Кандагавы. Содана. Куино нокоранай йони. Реншю ару номи. Верно. Так что нужно тренироваться и тренироваться, не покладая рук, чтобы потом ни о чем не сожалеть. Рин. Нанико отто? Рин, что случилось? Ано не, Миса-чан. この前、私神社でお願いしてたでしょ。お母さんが見つかりますようにって。 Ну, Миса-чан, помнишь в прошлый раз? Насчет просьбы в храме. Насчет. Помнишь насчет молитвы в храме? Ну, чтобы мама присмотрела за нами. Да. Рейс-чю-но-джико-де. Юкуэ-фумэ-нан-да. Ваташи-но-о-ка-сан. Так вот, моя мама. Пропала. В результате несчастного случая. Рино, окасан, джет-рейсер, датта не. Странное слово, ну ладно. Твоя мать Рин тоже была гонщицей, да? Сугой рейсер, датта не. Да. Причем очень удивительной гонщицей. Возможно, используется именно в ключе ее не стало. Хотя обычно другое слово, ну ладно. Я действительно очень сильно хотела быть как моя мама. По этой-то причине я и пошла в Токио. Вот как. Мы похожи. Ну да. Вот почему я думаю, что именно с тобою гоняться это настолько прекрасно, Миса-чан, потому что мы похожи. Ну да, вдвоем веселее, чем в одиночку. Верно. Я уверена, что впереди нас ждет еще много чего интересного и веселого. Поэтому мы должны стремиться к своей цели и не останавливаться ни перед чем. Содана. Кандагава-хай. Ценрюкуде танашиму. Верно. Кубком Кандагава. Давай насладимся, сполне. Насладиться им, да?
Как мило. Сону тейду но кокорозаси дева. Кандагавахай юсё нанте фукано десу. Да. Вот и с ними будем гоняться, что ли, сегодня опять. С таким уровнем амбиций, как у вас. Выиграть в кубке Кандагава просто невозможно. Кун-кун-кун. Кагуя-сама, амай укаси ва доку нано да? Как бы я сама. Кстати, а где сладости-то? Куромару. Амай но ва суэйц но кото же накутте ё. Соко ни иру втари но кото десу. Куромару, когда я сказала... Блин. Сраная игра слов, откуда я знал? Они использовали слово... Умай, которое означает, ну, мило, вкусно, успешно. Или какие у вас навыки, еще, короче, куча разных значений. Для того, чтобы кое-кто неправильно все понял. Куромару, когда я использовала слово «мило», я не намекала на сладости. Не говорила об этих двоих. Вы? Чё вы прямо сейчас припёрлись-то? Чё вам надо? Мы пришли для того, чтобы проинформировать вас касательно результатов лотереи относительно турнира. Ну, короче, мы находимся в совершенно другом блоке по сравнению с вами. И это означает, что в лучшем случае мы сможем встретиться лишь в финале. Значит, мы больше не встретимся до самого финала? Нет, не факт. Возможно, мы вообще больше не встретимся. Почему? Что нет? Долго доходит. Потому что вы можете проиграть до финала, скорее всего, и даже не доберетесь до нас. Да нет, такой не будет. Ну, тогда почему сегодня... Нет. Значит, вы хотите по этой причине сегодня с нами сразиться еще раз? Есть шансы, что вы можете сами тоже, кстати, проиграть до того, как доберетесь до финала. А мы вас там не сможем уже подождать. Ну ладно. Раз ты посмеяла разъявить свой рот и сказать такие неподобающие слова в нашем отношении, то давай я сейчас заткну тебе пасть, и мы покончим со всем перед кубком Кандагавы. Да, поступай как желаешь. Рин, ты готова? Да, я всегда готова. Да, но это же не идет в общий зачет, какая разница. Даже если они проиграют, они ничего не потеряют, скорее всего. Хотя, может, чувством гордости они откажутся от участия. Сомневаюсь. Так, ну погнали. Привет, стратег. Mm.
Ну, Салар. А смысл? Игра же линейная. Ну, погнали. 3, 2, 1, старт!私たちを侮辱して後悔させて差し上げますわ。ドレスの圧倒的な強さに震えるがいいのだ。私たちが強くなったところ、2人に見てもらおう。やだな。この当てる手直しは行く。 Блин, не зашел в дрифт. Просто срал все полимеры. После мультиплеера как-то враги тут ни о чем.
Блин, жаль, что сложности нельзя менять сюжетки. Все-таки это слишком. Ни о чем. Хотя можно изучить трассу, повороты, потренироваться управлять этим говном. Так, что, все? Турнир выигран? Даже без того, чтобы начался? Как это может быть? Как мы могли проиграть? Изи. Кагуя-сама, прошу прощения. Все в порядке. Кромару, ты не в ответе за это. Это я тут, да. Кто является причиной проигрыша? Сижуи. Макеру хазга най тою огори га ватакуси нива аримашита. Такара, аната гата но йони рейсу о таносиму кото га декинакатта. Я была слишком... Ой, господи, как на русском. Я была слишком арогантная и самоуверена в том, что не проиграю. По этой причине я не могла даже наслаждаться самим процессом гонки так же, как и вы. Кагуя-сама! Я прошу прощения за свое неуважение по отношению к вам, которое проявляла до сих пор. О, спасибо, Салар. Так. Я думаю, что, возможно, я сама была бы быстрее, если действительно наслаждалась и гонкой. И чем быстрее ты становишься, тем больше, само собой, ты еще самой гонкой наслаждаешься. Так что это, так сказать, кольцевая вещь. Это ваша сила, или это источник вашей силы? Нет. Это еще, само собой, не конец. Нам предстоит еще много чего впереди сделать. Так что... Вы тоже постарайтесь. И давайте посмотрим, кто будет лучше из нас, когда доберемся оба до финала Кандагавы. Кубка Кандагавы. Верно. Встретимся там в конце. Да. Мы обязательно удостоверимся в том, что до финала мы будем побеждать. И в этот раз мы не проиграем. Мы тоже не проиграем. Куромару, икимасё. Шосин ни модотте кунрен но яринаоси десу ва. Куромару, пошли. Я собираюсь вернуться к самым основам и начать тренироваться вновь. Кагуя-сама но таме нара, татое хи но нака, мидзу но нака, доко маде мо цуйте ику но да. Если это ради Кагуя, то хоть в воду, хоть в огонь, я пойду за вами в любое место. Наши враги станут еще сильнее с каждым днем. Лин. Рин, ты выглядишь какой-то счастливый. Да. Но ведь...
чем сильнее будет соперник в гонках, тем веселее и самим будет. Ну разве это не так, мисс Атян? Да. Ребят, какой у меня слоган моего канала? Все ради веселья. Эта игра попадает. Надо было его сменить, все ради тлена уже. Но независимо от того, насколько сильным будет соперник, мы определенно победим. Сорян, отвлекли. Конечно, мы должны выиграть в чемпионате. Ей. Ну, знаете, когда я слышу... Когда я слышу Курамару, учитывая, что мы какое-то время назад проходили третью персону, вы знаете, кого я вспоминаю? Ну, Курамару вспоминаю, да. Здравствуй, Наталья. Спасибо. Ну что ж, идем дальше. Девятая глава. Дайку... Ой, это кнопка. А, кстати, а других нам не открыли. Написали бы. Интересно, сколько тут главное? На сюжетку. Ну, увидим. Не надо спойлеров, волк. Вау. Это как его? Это кубок Кандагавы. Миса-чан! Эй, Миса-чан! Разве ты не ощущаешь вот это удивительное возбуждение? Волнение. Для гонщика на гидроциклах это серьезная игра, ну не совсем игра на русском. Это серьезное соревнование. Это фестиваль, который проходится раз в году перед большим количеством зрителей. Это прямо фестиваль. Тогда здесь должны быть еще палатки с едой, наверное. Миса-чан, я бы хотела бы, когда мы у нас будет время, пойти и осмотреться вместе с тобой, Миса-чан, что там можно съесть. Однако. Прямо сейчас, наверное, не получится. Ну, японцы, на уме лишь одно, как пожрать. Хотя не только они. Ну, в этом действительно нету ничего подобного, особенно если пойдем после гонки. Но если ты будешь слишком сильно нервничать, то это может сильно помешать твоим навыкам. Миса-чан, 緊張してる?
А Мисатян, а ты чё, нервничаешь сейчас, что ли? Ну, немного. Да, хай! Что? Коре нондара кинчоши накунару ё? Тогда... Человек. Вот, если выпьешь вот это, я думаю, ты будешь меньше нервничать. Демо сорете рино тенохиро даро. Выпить? Но, как бы... Нарина, это то, что у тебя в руках? Икара. Атастати комби нандаси. Секкаку кайтан дакара. Хай! Ой, да ладно, все нормально. Мы же пара. Так что, давай, вот, возьми. Никаких проблем не будет. Аригато. Спасибо. Мне действительно немного прямо стало легче, я не так нервничаю. Верно. Но у меня складывается такое сильное впечатление, что... Там где-то так много людей. Верно, у стойках. Палатка. Это же... Чиджин. Интересно, что они там делают? Ну, мы находимся в блоке А. А Кагуя, она в блоке Б. Да. Еще Джин выступает против совершенно других противников сейчас. Сейрюкай. Это, наверное, довольно нелегкая команда, которую придется им одолеть. Я хочу, чтобы и она, и мы выиграли в следующем раунде. Слушай, у нас сейчас как бы нет времени задумываться о других командах. Нам нужно задумываться о самих себе. О, господи, чё, они наши первые соперники на кубке? Ну ладно. Кандагава Джет Гёрлс. Открытие дня. О, Дженниферсон. О, господи, только не они. Нин-нин. Эмили тоже здесь. Вышла на поверхность из моря. Ну, самураи же обязаны сказать свое имя перед началом битвы. Эмили. Вместе с Эмилией. Короче. Эмили вместе с Дженнифер хорошо выучили все традиции японцев, прежде чем прийти сюда, для того, чтобы поучаствовать в этой игре. Да, тогда мы полагаемся на вас в первом раунде. О, господи. Ладно, я лучше промолчу. Даже несмотря на то, что вы важные для нас друзья, мы все равно не отступимся. Наоборот, мы должны дать вам бой в полную силу со стороны вежливости.
戦力で勝負しよう。Ну давайте, покажите нам полностью свой потенциал и выступите в полную силу. Так, и мы тоже не проиграем ни за что. Я действительно рада это слышать. Тогда теперь мы можем состязаться друг с другом. Без каких-либо колебаний. Полную силу. Ну да. Давайте устроим самый лучший дуэль. Ой, господи. Так, заменим снарядов пушки на патроны. Так, что там Салат такое написал? Ладно. Так, пилот из пушки постоянно отхлебывает. А почему нет, если хотят пить? Вода-то речная. Чё бы нет? О, господи. Ну, погнали наши бензины. Надерем им задницу снова. Да не бомби ты там. Что-то Дженнифер бомбит прямо. Ай. Что, так тоже можно? Фак.
Опять даже пристрелить никого не успел. Сатян, мы выиграли. Да, первая победа. Дженнифер потерпела сокрушающее поражение. Это очень-очень прискорбно. В конечном итоге эти ниндзя были такими сильными. В следующем году. Мне очень жаль. Надеюсь, мы увидимся в следующем году, наверное. Эми, ну ладно. Ну тогда ничего не поделаешь. В следующем году на Кубке Кандагава мы абсолютно точно должны быть чемпионами. Конечно же. Ну ладно. Так, и Эру. Ну тогда, теперь мы будем на скамейке поддерживать победителей. Ура! Вперед, Кандагава Jet Girls, короче. Суши, темпура, Кандагава, Jet Girls. Стоп, а при чем тут суши и темпура? Типичные гайдзины. Да, спасибо, вы двое действительно прекрасные люди. Они бы еще крикнули, аниме хентай. Мы будем поддерживать вас до самого конца. Поэтому... Вы должны выиграть в этом чемпионате. Да.
Так, B-блок. Ну что ж, думаю, сейчас почти настало время. Чтобы у B-блока тоже все разрешилось. Дресс и Сэйрюкай. Дресс и Сэйрюкай. Ну, кто бы не выиграл. Ну и скандал, ну и проблема, блин. Ну, зависит от контекста. Ну, то ли инцидент, то ли какой-то скандал. Ябай! Ябай те! Это плохо, это очень плохо. Манацу-сан и Юзу-сан? Чего случилось? Чего это вот так внезапно ты? В такой спешке? Ну, это касательно первого раунда в B-блоке. Это действительно очень серьезно. А что случилось? И потом на японском, а что случилось? Дресс против Рюкай. По какой-то причине Дресс не пришли на матч, и мы никак не можем с ними, и никто никак не может с ними связаться. What? Вот как. Но они же сказали, что мы встретимся в финале. Чё? Что там случилось-то? Урасиде. Их чё, кто-то убил, что ли? Так. Ну, ладно. Ну, по какой-то причине Дресс не появились. И это означает победа Сэйрюкай. Это действительно серьезный случай. Они не пришли на матч? Что это значит? Ли, икю. Никайсэно джунби о шинайто. Рин, пошли. Нам нужно готовиться ко второму раунду. Да. Не, ну если сейчас еще начнется тут убийство подпольное, ну, за кулисами и так далее, тогда... Хотя кого я обманываю, само собой не будет. Ничего подобного. Рин. Мои чувства изменились. Я так ждала с нетерпением сразиться с ними в конце, в финале. Намики Рин-сан, Аои Миса-сан. Опа, нет, вот они. Намики Рин-сан, Аои Миса-сан. Сиджуин, что это? Ну что происходит? Что это значит? Это... Ну? Куромару. Куромару. Извинения не принимаю. Ну ладно. Я не буду оправдываться. Я не буду оправдываться. Простите, что я не смогла сдержать обещание. Простите. Окей, они хотя бы живы. Полагаю, что есть какие-то причины. Мы обязательно победим. Так что, до конца смотрите.
Ну, мы обязательно постараемся победить в кубке в чемпионате. Так что наблюдайте хотя бы за нами до самого конца. Да, я поняла. Куромару. Пошли на трибуну. What the fuck? Миса-чан? Ты сказала, выиграешь в чемпионате? Не бывать, не бывать этому. О, блин! Переодевания сохраняются и в разговорах во время роликов. Шикарно, надо второй тоже тогда. Потому что... мы будем ваши следующие соперники. Цуи-тян, Тина-тян. Здорово, Рин-тян. Адская... хочешь еще один автограф от адской кухни? Адовой кухни, короче. Да не, я предыдущий и так уже поставлю себя в комнату. В любом случае. Значит, Цуй-тян, вы будете наши следующими соперниками? Да, именно. Однако... Рин-тян, вы серьезно думаете, что сможете победить в кубке Кандагава? Потому что победители будет адская кухня. Ну, думаю, нам придется постараться в этот раз. Само собой, мы сегодня тоже будем выступать не как идолы, а как гонщики. Ну, если что, мы стали сильнее, чем в прошлый раз, так что не нужно нас недооценивать. Да, не думайте, что мы такие же, как в прошлый раз. Да-да, полагаюсь на вас. Тина и Цуй. Устроит лучшее выступление. Мы сделаем так, что все прямо влюбятся в нас. Ой, господи. Ну, блин, то, что вот ты, как можно их переодевать... и потом они в катсценах, в роликах сюжетных тоже как бы сохраняют наряды, это хорошо. В той же Кагуре, по-моему, не сохранялось. Или сохранялось. Уже не помню. Ой. Переодеть вот прямо сейчас. Можно и прямо сейчас на самом деле. Но уже поздно. Если бы я не нажал старт гонки, можно было бы. Акихабара Тенсуй. Ну, погнали. Машину соджи ва макасета. 3, 2, 1. Старт. Кагуя-сан-тачи. ここの地区のことを考えるなんて随分と余裕なんだね。その程度の気持ちだったらついちゃんたちには絶対勝てないよ。ごめんなさい。ヘルツキッチンの言う通り、気持ちは分かるけど今は目の前の試合に集中しよう。その行動は予想済み。このまま急ぐな。 Чё, серьезно? И так можно?
Сенран камера. И хочу. Серьезно. Блин, на этих плакатах могла бы быть ваша реклама. Господи, какие забавные диалоги во время гонки происходят. Жаль, что не успеваем. Готовит идолов киберкотлетов. Ну, походу, ну смотри на этих двоих. Сразу все понятно. О, господи, ну и дичь. Блин, мы проиграли. Эх, блин. Похоже, придется перенести победу на чемпионате. И этот... Не забывая... Это наше незабываемое выступление на следующий год. それにしても、神田川ジェットガールズ、びっくりするほど強くなったね。Но тем не менее, насчет Кандагавы Jet Girls, вы действительно, на удивление, стали очень сильными. Аригато! Большое спасибо. Итай, どうやって強くなったの? Ну, расскажите, в чем секрет, как вы стали до настолько сильными-то? それは… Ну, Тина-чан, вторые увидели, понимаешь? Тина-чан, да ты только посмотри на этих двоих. Разве тебе не становится все сразу понятно? Красава, все-таки сказала. Эта парочка настолько же хороша, настолько же мы, настолько, насколько же мы, которые практически никогда не проигрывают. И раз мы проиграли сегодня, то очевидно, что их секрет – это сильная сила любви. Любви. Ну, может быть. Любовь. Она совсем не против.
Ну, раз вы одолели Тину в чемпионате, то вы должны его теперь обязательно выиграть полностью. Да, это мы и собираемся сделать. Хорошо. Тогда Цуитян вместе с Тинайтян уходят сейчас. Нам нужно не извиниться перед теми фанатами, которые нас поддерживали до сих пор. За то, что мы их подвели. Ну что ж, ладно. Каковы там результаты у Би-блока? О, господи. Здорово. Сейчас будет объявлен насчет финала. Эти двое пойдут в финал. И это доказывает, насколько они гордятся своей дружбой. Оре, Би-блок-но-сиай-ва-моу-оваттан-деско? Что? Так что с Би-блоком там? Уже закончили или как? Овата-кара-коко-ни-ирун-да-ё. Кини-нару-кекка-ва... Манат-чан, йоро-йоро. Ну, мы как раз-то по этой причине и тут, потому что все закончилось. Ну, результаты на самом деле немного, ну, заставляют чувствовать себя не особо приятно. Но, тем не менее, Манатян. Сорега, сэйрюкай ни котэнпан ни саречаймаште. Ну, короче... Сюэрюкай. Кость, можете уже сказать напрямую? Ну, короче, Сюэрюкай. Это было просто сокрушительно. Ну, и мы полностью проиграли, короче. Ну, это писец. Кэшоде айнакте заннен дакэдо. Коре га дзитрюк дакара шиката най не. Мне очень жаль, что мы не сможем встретиться в конце. Но, к сожалению, мы ничего не можем поделать. Таков предел наших сил. Манат-сан, Юзу-сан. Манат-сан, Юзу-сан. Ижо, хококу овари. Мази овен стек кара. Ладно, в любом случае, это все, что мы хотели вам доложить. Ну и как бы мы это... Будем поддерживать теперь вас. Болеть за вас. Ну что ж, давайте в следующий раз мы вчетвером как-нибудь снова потусим. Понятно, они слились все-таки. Понятно. Значит, соперник последнего матча будет Сюэрюкай. Ну, нам осталась еще одна игра. Еще один матч. Да. Давай вложим весь дух. Так, была бы это другая игра. Давайте как-нибудь вечером потусим. Звучало бы как флаг. Да ладно. Они... Флаги и сейчас как бы можно поднимать без особых проблем. Ладно, тут мы сделаем перерыв. И продолжение следует.